Привет, это Соня, и думаю, начнем с того, что я совершенно не знала, о чем делать видео. Вот вообще никаких идей не было, просто сидела за столом, передо мной лежала бумажка, и у меня мыслей вообще не было. И тут я посмотрела на мою старую игрушку детскую, и у меня возникла небольшая идейка. Думаю, у каждого из вас были в детстве свои игрушки любимые, любимые занятия какие-то, даже воображаемые друзья, думаю, и... Я даже думаю, что у многих до сих пор есть такие друзья, которые ты идешь с ними, разговариваешь или что-то типа такого. У меня тоже был воображаемый друг. Да, несмотря на то, что у меня было достаточно друзей таких, которые, с которыми я играла, веселилась, все равно как-то иногда проскальзывало такое чувство одиночества, и поэтому в скором времени у меня появился воображаемый друг. А не то, что появился... Скорее, просто у меня такое сильное воображение, что я могу себе представить все-все-все вот сразу, все такое вот яркое и красивое. Я писатель, конечно. И поэтому мой воображаемый друг просто спустился мне с неба и сказал, что все, я теперь с тобой дружу и без вопросов. А воображаемым другом была интерпретация меня, вот как я есть сейчас, с хвостиком, в белом костюме ангела и с ангельскими крылышками. Это была мой воображаемый друг, да. Мы с ней разговаривали, общались, просто болтали на разные темы. И это было немножко ненормально, но это было круто, особенно когда я стояла под душем в ванной, и мне она выходит из зеркала и говорит: ну что ты моешься, иди в кровать уже. Ну, в общем, у меня фантазия работала на ура. Я могла с ней болтать часами, и при этом не говорить ни слова губами, но при этом я с ней болтала. Это было удобно. Следующие мои воображаемые друзья появились после того, как я начала смотреть аниме. У меня было около 10 воображаемых друзей. Если их все можно было бы превратить в живых объектов, скажем так, то получилось бы настоящий дом воображаемых друзей. Как на Cartoon Network, да. Воображаемые друзья у всех есть, думаю. Даже у тех, которые я уже вырос, я крутой, у них все равно есть хотя бы один, но уважаемый друг. Или был когда-то. Какой у вас был воображаемый друг? Опишите его, расскажите о нем. Что он любил. И дальше, после того, как я об этом подумала, то я решила, что ну да, вот воображаемые друзья, но мы вырастаем, у нас появляются мечты и желания, список целей, которые они должны достичь. И лично я себе пока не делала такой список, потому что я совершенно не знаю, что в этом списке будет, но я составила специально, подумала, составила некий список желаний, которые я очень хочу, чтобы они исполнились. И думаю, он будет немножечко глупенький, потому что там есть какие-то моменты, которые могут и не сбыться, но я надеюсь, что они когда-нибудь сбудутся. Ну, буду стараться хотя бы. Первое — это съездить в Сингапур. В Сингапур я хочу съездить с того момента, как я начала увлекаться корейскими группами, и одна из моих групп поехала в Сингапур, и там было очень красиво. Офигенные здания, и вообще вот все было так блестяще. И мне понравились картинки, их фотографии из Сингапура, и я решила, что о чем мне пожелать туда съездить. Дальше съездить в Париж. Это вообще моя мечта сбудется на 2 часа, потому что когда я поеду в Америку, у меня будет пересадка в Париже, в Шар-де-Голле, кажется, так их аэропорт называется. Вот, и моя мечта почти сбудется, но тут немножко по-другому. Я хочу видеть вживую Эйфелеву башню. Не то, чтобы подняться, потому что, знаешь, там очереди охрененные просто. Дальше, следующее желание — это пройти по Лондонскому мосту. Да, я была в Лондоне в прошлом летом в школе 2 недели, но я просто какой-то ненормальный турист, потому что я была в Лондоне, но не прошла по мосту, да, и не прокатилась на Лондонском колесе. И из этого вытекает следующее желание – прокатиться на Лондонском колесе. Вот серьезно, почти все мои друзья, которые там были, они все прокатились на этом колесе, кроме меня. А почему все? А потому что Соня в какой-то момент потерялась, и вместо того, чтобы пойти на колесо, она пошла с учителями в автобус, потому что все решили, что ой, дождик собирается, пора идти в автобус. И в общем, я конкретно лоханулась, и поэтому теперь я... включила это дело, скажем так, в список моих желаний. И надеюсь, что оно исполнится. Дальше
съездить в Японию. Вот это желание, оно очень сильное. Я даже с подругой как-то планировала, что типа мы с тобой когда вырастем, поедем в Японию, поедем в Лондон, мы куда-то там только хотим и поедем. Вот, и в Японии я хочу уже года два, с тех пор, как начала смотреть аниме. Да, и хочу пройтись по всем районам, по известным районам, там, по даже аниме, району аниме, не помню, как это называется, и там зайти в один художественный магазин. В общем, просто вот нагуляться по Японии, чтобы вот так хватило. И прикупить много сувениров и нормальных косплеев, потому что я очень хочу косплеить, но у меня только плащ Акацуки из Наруто, и поэтому невозможно. Для косплея нужно все, и макияж нормальный, и обувь, одежда есть, и парик, и прибабасы какие-то еще. В общем, у меня этого нет, и это стоит достаточно так дорого, поэтому я надеюсь, что хотя бы в Америке что-то похожее будет, и я смогу сделать. Я очень на это надеюсь. Да. Следующее желание вытекает из как раз вот этого. Я начала увлекаться аниме и начала увлекаться корейскими группами, поэтому я хочу в Корею съездить. И не то чтобы там вот, ну да, и попробовать всякую еду в Японии и в Корее, но при этом еще хочу прикупить себе что-то, связанное с моими группами. В общем, да, и с аниме связанное, и с группами связанное. В общем, да, ну, понятно, это же я. Следующее желание, оно, не знаю, оно такое немножко эгоистичное. И немножко такое хочу. Ну и как сказать, и просто потому что мне это было бы очень сильно приятно, и я хочу иметь хотя бы 100 подписчиков. Да, это, ну, для меня, для мочашнего уровня, это вообще, это типа, да чё ты, губу закатить, чё ты офигела вообще. Ну, не знаю, у меня вот это вот маниакальное желание, я очень хочу, чтобы моя аудитория расширилась, чтобы меня смотрели, на меня подписывали, чтобы я нравилась. И из этого вытекает как раз это желание. И как тут написано, иметь 100 подписчиков, и больше, если будет возможность, я очень на это надеюсь. Я буду для вас стараться, буду по возможности выкладывать как можно чаще видео. И надеюсь, что это мое желание сбудется, потому что оно написано, вот если все написано красным, то это написано ярким-ярким, черным. А написано красным, потому что у меня не было ручки рядом синей. Это мое желание, это моя цель. Я буду к ней идти, и потом, когда добьюсь этой цели, буду идти дальше и буду совершенствоваться. А я надеюсь, что вы будете со мной и будете мне помогать в этом. Будете меня даже учить, если понадобится. Следующее, я хочу стать знаменитой. Но это не очень правильное высказывание, потому что я хочу, чтобы мои родители мной гордились. Они могли сказать, а наша дочка и пап, и тыры-пыры-пыры. Чтобы... Потому что это желание, вот у меня уже полгода, наверное, да. И я буду вот этой цели, это вот моя цель, я буду ее добиваться. И надеюсь, что когда-нибудь она станет явной, станет настоящей. И да, не каждому удается стать вот каким-то там знаменитым или что-то такое. Но у меня, наверное, это уже с самого детства. Я очень хочу, чтобы меня знали. Охренела Соня. Следующее, оно тоже из списка куда-то съездить. И это Лас-Вегас и Нью-Джерси. В Лас-Вегас я хочу съездить только из-за того, что там мои родители поженились. И еще я хочу съездить в Голливуд и Нью-Йорк. Голливуд, потому что это город звезд. А в Нью-Йорке я хочу съездить только потому, что это Нью-Йорк. А в Нью-Джерси я хочу съездить, потому что это родина моей любимой группы, многих моих любимых групп. И просто вот посмотреть, где они живут, как они живут, мне бы очень хотелось. Дальше как раз вот это желание вытекает из того, чтобы родители мной гордились. Я очень много раз, вот если я куда-то езжу, я все время покупаю какие-то подарки. И в основном я покупаю подарки маме, потому что я как женщина, как бы женщина, понимаю ее. А папе я почти никогда не покупала, я не покупала подарки, потому что я не знала, что он хочет совершенно, что ему надо, что ему нравится. И поэтому последний мой подарок для них, для него, в частности, было вино из Греции в прошлом году. Я ему подарила, но я не увидела искренней улыбки в его глазах. И поэтому я очень хочу подарить офигенный подарок, взяв который и посмотрев, папа улыбнется искренне и меня крепко обнимет. И следующее желание, оно вот, скажем так,
оно реально осуществимое, но при этом детское. Я хочу сделать крутой, вкусный торт, чтобы мама такая, а опять Соня экспериментирует на кухне. Офигеть, какой торт! Или там, типа, он тает на языке, вот так вот. Ну, чтобы было вкусно, чтобы мама наконец признала, что я могу не только кухню крушить. И напоследок скажу, что вот вместо этого видео должно было быть видео Чаппи Банни называется, с моим братом. Но оно получилось, во-первых, супер глупое, во-вторых, супер короткое. И я не знаю, если вы хотите его увидеть, то напишите мне в комментариях, я обязательно его выложу. Но буду жутко краснеть из-за этого. Последнее, что я хотела сказать, это то, что у каждого есть свои мечты, свои желания и свои цели, и мы должны к ним идти. А желания вот, говорят, что если ты что-то очень сильно хочешь, и ты подсознательно будешь его хотеть, и чтобы оно сбылось, то оно обязательно сбудется. И я очень надеюсь, что все мои желания, которые тут на этой бумажке написаны, сбудется. Я на это очень надеюсь. И на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы. Пока!